кулаком. И куда он уже направился? Смотрите по их носу. Если как-то вот так от вас, из какой-то штуки, следовательно, значит, он еще выбегать на вас не совсем ополчился. Есть же и вот положение, смотрите, какие хорошие. Смотрите, куда он смотрит. Сюда ко мне и вот сюда. То есть здесь где-то я, значит, буду как-то подвержен жестокому избиению. Фокусе. Да, значит, в этом моменте, в этом где-то я здесь буду подвержен. Чтобы этого не случилось, это, ну, примерно, смотрите, равнобедренный треугольник, я тяну, считайте. Если вы начнете сразу с двумя, это какой бы ни был, большой и бывалый, это все заломают и сломают. Поэтому вам всегда необходимо выстраивать линию через одного, чтобы один был ближе, второй был чуть подальше. Значит, равнобедренный треугольничек мы раз маленечко в сторону. Почему я опять в эту сторону? С какой стати? Причина в чем? Потому что угол, да, сюда, и в основном люди как? Они правы, да, работают. То есть поэтому я маленечко вот сюда стараюсь выйти. Ну, мало ли, может, он будет левый здесь. Тогда мне придется уходить сюда, ну, если даже и сюда, ничего страшного. То есть я просто здесь сгашу, и они вместе дальше пойдут. Далее, они нападать могут как вместе, так и по раздельности. Сначала один, потом второй, с небольшим интервалом. Потому что никогда не будут нападать. Ну, не знаю, ну может и будут нападать, хотя такие действия очень производят, скажем, одновременно вместе. Они прям ай, думаю, сейчас мы его заломаем конкретно. Ну как отписка за шайбу, раз, ну, столкнули. Так и здесь получается, вы шайба, а они клюшки. То есть вот, пожалуйста, и тогда сразу из этого исходить. Посмотрите, сейчас сделаем это вот упражнение. Кто работает уже постарайтесь поработать. Но спокойно, медленно, без всякой там суеты. Не старайтесь сразу завязывать с кем-то, там, бить его там в коленке, не надо. Бросайте его высоко. Выйти, прилипнуть, где-то загрузить его слегка. Вот когда вы его загрузите, тогда второй на вас, если они решили на вас напасть, он побежит, нападать тогда. Или будет выжидать немножечко, что там вроде как неудобное положение создалось. Что-то с тем бьется, куда ударить некуда. А вам это и надо. То есть ваша задача это прилипнуть к одному из них, кто первый нападать, сдвинуться из этого треугольника. И этим же человеком закрыться, прислониться к нему. В это время его, так сказать, подвергая жестокому избиению. Или заламываете его, или там руку ему закипаете. То есть это уже не важно. То есть вот давайте, таким образом. То есть вот я стоял тут, никого не трогал. То есть момент. Раз, я сразу, ну, чуть-чуть руками двигаюсь. То есть я немножечко, смотрите, смещаюсь нормально. Смотрите, я сместился. В принципе, да, видите? Товарищу белому приходится уже меня, так сказать, искать. Слева, справа, там, уже раз в чем, в печень действует. То есть уже что-то происходит. То есть вот ваша задача сейчас это сделать. Давай. Опять. Раз, я ушел сюда. Оп, вот оно, движение. Вот оно, движение, вот оно, движение, вот оно, движение. Вот оно, движение. Вот, типа упражнения. Подождите, я еще вас не бью. И вы меня тоже не бейте. Бить нельзя их, они вникнут в жизни. Положение. То есть, следовательно, здесь, если вы опоздали с загрузкой, следовательно, вы завязались с этим товарищем. Видите, куда мне смотрит? Я ничего не делал. Смел. Второй сразу. Куда? Пользуйтесь загрузкой. Вот если вы уже работаете, так сказать, используйте ее. То есть автоматически. То есть сразу. Смотрите. Оп! Смотрите, гружу сразу. Все, на положение пошло. Этого не грузил, потому что ну, не будет падать. Поэтому посильнее надо пробить. То есть движение моментально. То есть вы сразу выстраиваете этот треугольник. Или же вы еще можете отойти слегка назад. Смотрите, они сразу вытягиваются. Смотрите, в какую линию они сразу вытягиваются. Чувствуете, они как-то сразу начали тянуться. То есть вот это положение очень тоже очень важно вымерять и знать. Потому что без него сложно. То есть, оп, застопорились и все. Ну, я говорю, если вдруг спина чуть смещается слева или справа, тут даже небольшой подкрутится, ну вы это делаете. Но если это узкий коридор, то нужно отойти к нам. И они вот так вот своими плечами, то есть коридор немного расширили. Просто они так туда вот. Здесь тоже самое. Здесь, смотри. Раз, раз, я. Поздно. Поздно, блин. Раз, 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 раз. То есть момент. Сразу. Опять же я. Оп, вот оно положение. Раз, я его гружу. Все это, конечно, происходит сразу. То есть моментальный сбив. То есть еще техника вот этих сбивок, подбивок, подшлепочек, то есть работает. То есть скажет работа. Оп! Вот оно, видите? И вот этому парень достается, как правило. Чего это ему достается?
попал. Теперь медленнее, давайте работать. А то быстро сильно непонятно, что происходит. То есть медленно. Смотри, я раз где-то опом взял. Оба второе, видите? Оба. Вот они начали работать. Опа. То есть потихонечку. Как это? Чуть-чуть, ну, рядом. Потому что если я от них убегу, они меня начнут долбить. Сразу. Раз сюда. Положили. Не, ну, сразу сгибать, потому что рычаг такой, он его давит, он его давит. Одному в горло давит, другому сюда давит. Еще есть момент, можно связать, да? Пускай связывает, смотри. Оп, рука, да, пошла. Оп, она пошла, рука. Смотрите, две руки пошли. Чего они делают, я не знаю сейчас. Не знаю. А здесь, естественно, все это дело роняется. Какие два бальки. Какие дурные. Белых с реком. Какого хуя? То есть момент опять. А, нога еще есть. То есть мы сейчас много не будем разбирать, то времени у нас больше, чем предостаточно. То есть еще нам ногой работать. Смотрите. Раз ногой, смотрите, хорошо. Ух, товарищ милый. Смотрите, они почему-то всегда стараются друг друга сцепить. От чего это происходит? От того, что человек за соломинку хватает, а соломинка в данный момент его товарищ. И они друг друга стараются там обнять. Так, держаться. Вот это им нужно вам для того, чтобы сразу не попасть. То есть вот эти вещи. Так, так. То есть понятно, я сразу или удлиняюсь, или выхожу из этой группы. И все это делаю без укоризны, чтобы не было никаких там этих моментов. Или как? Ха! Бам! Ха-ха! И вот эти все моменты. То есть они уже, видите, немного лишневатые получаются. Хотя, кто это может делать? Это замечательно. Русский человек все мог. Итак. Смотрите, момент. Оп. Положение. Здесь я его атаковываю, потому что он ждет. А ждущего человека, который, ну, лицом прям около тебя, его лучше ударить. А не ждать, пока он тебе там сухой руки ударит. То есть вот этот момент тоже знаете. То есть загрузка, она может быть и встречный удар, это под танк. Положение какое? Положение. Вот такое положение. Он его ловким по всему. Тамагу по-японски. Прокатывает. Со всей пролетарской девушки, да, как говорят. Хотел тот, который первый не шутит. Оп, движение, положение. Это кувырок. Это кувырок всем известно. За японский тамаго. А яичница, знаете, как бы, тамагашница. Какие неуемные парни. Кафедральный собор. А тут друг из толпы вышел. Хуенький. Понятно, что будет. Какой? Блин, оп, положение, смотрите сразу. Добрый день. Положение один в один, они сразу срабатывают. Потому что, когда я работаю нормально, я сразу, у меня состояние изменено. Я же не думаю, что я сейчас буду делать. Потому что, когда он один на меня бросается, автоматически я начинаю реакцию производить. То есть сразу я сшибаю. Особенно, кто вот практикует кулачный бой, у того эта реакция моментально сразу. Кто пытается пойти только по рукопашному, у того оно хуже. Потому что он постоянно... Плавает, плавает, раз бассейн, ё-моё. Воды-то нет. То есть поэтому надо сочетать рукопашный бой с кулачным. То есть не для того, чтобы там быть бойцом, даже хорошим, если вы хотите там кого-то на соревнованиях, вы будете. Не обязательно. Но движение у вас должно присутствовать. Вы должны двигаться, вы, ну не знаешь, что там, положено. У Медведев хорошо двигается, несмотря на его вес. Знаете такого, да? Ну, нам-то это неприемлемо, мне это не охота делать. И почему-то люди наши тоже так особо не делают. Ну, видно, тоже от Ленина. Или еще что-то. От Ленина? Ну, вот оно положение, смотрите. О! Доброе утро. Противно. То есть положения вот эти, они очень четко работают. Далее, смотрите. Сейчас мы будем рассматривать момент присоединения. Я покажу вам момент присоединения. Смотрите. Вы будете точно присоединять. Да смотрите, сразу момент соседний, смотрите. Оп, идет работа. Сразу, смотри, положи. Они начинают цепляться. Они меня начинают искать. Опять же, это медленная композиция.
Я с ней начинаю отойчуть быстрее, когда она работает. Начинает меня проламывать череп и все остальное. Естественно, здесь присоединение уже будет, оно более будет быстрое, это короткое будет. Сразу не там гляну. Ребята пошли, раз сразу. Работа. Где ты второй? Где ты? Стоишь там. Можешь ногой достать вот так вот из твоего товарища. Не, ну так-то вот сложно достать, как бы. Ну так коленкой его просто бить. Ну так как-то извернуться. Еще раз. Раз сюда переходим. Оп, момент. И они вышли. И тут он сказал. Одновременно. Вот давайте вот этот момент сейчас поработаем. Вы не, как говорится, не усложняйте. Ну пойдет у вас, давайте. Пусть идет. Не пойдет сразу раз вот на этот этап. То есть вышли где-то, чик-чик, все нормально. Уронили? Уронили. Не уронили. Ради бога, ну зато ушли. Молодец. Ты не видишь, что он ударит, потом ты ударишь. Вы можете одновременно бить, а можете там где-то раз, он только пошел, ты уже куда-то метишь. И обязательно противника сблизить. Обязательно их... Они собрать. Полюбили друг друга. Да, собрать. Влево, вправо, назад чуть-чуть. Чтобы, вот если они пойдут, вот давайте руки. Руки мне давайте, 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 давайте. Видите, как видите? Стараюсь соединить. Вот. А если я их постараюсь чуть-чуть? Если они уже соединены, их просто... А если они соединены, тогда там делается как? Вот если рука попадает, да. Смотри, рука попадает. Смотри, я вот сюда могу перевернуть. Смотри, куда. Подмышку у меня уходит, да? Могу опять же, вот, смотрите, руки. Руки, руки, руки. Давай, давай, держи, ничего не держишь. Смотри. Два рычага. Два рычага. На одной оси два рычага. Потому что если они меня за руку вдвоем возьмут, я те же самые вещи делаю. Знаете, я ношу вот завтра. Ну, не важно, так надо, который работает, не пускайте его. Постоянно смотрите. Конечно, я не зашел уже сразу. Ты сейчас разворачиваешься. Конечно. Сам факт, что ты с одним работаешь, или их двоих сразу чуть-чуть. И тогда, хоть рукой, хоть он пока уйдет. Вы их сразу начинаете. Когда находитесь рядом. Для ситуации двоих лучше сразу грузить их, бросать или что? Давай. Это по ситуации, как будет. Потому что если будет стенка, допустим, вот здесь, да? Вот он, вот они на меня нападают. Вот она стенка, да? Раз, я что делаю? Бам сразу, вот стенка, раз, голову ударился. А здесь это к стенке прижал. А там я уже напинал. Я просто ситуация, ситуация. Здесь нет стенки. Может, это береза, может быть, пол какой-то, еще что-нибудь. Чтобы он не знал, вот кто такие будет нападать. Зачем его бомбасить? Да вам будет бомбасить. Ты че я? Надо еще прижимать. Ему придется атаковать, видишь? Вот он, вот он, вот он, вот он. Растянулся на тебя. Приходится шагать через встраиваю партнера. Через растянутую. Не так делай, что сейчас вот это треугольник. Такое. Либо увеличение, либо смещение угла. Вот если нога уже движение. Зашла, а здесь шаг то ее вот по подножкам, да, вот ее нехорошо. Работа рука. А вот, дальше вот, вот, можно дальше толкать? Слушай, хорошо. А если она смотрит, она уже туда вышла. Не торопись. Не рви никуда. Дожди. Прилипни к нему. Взял его, да? Взял его. Свернул его ручку. И постой с ним чуть-чуть. Только в загруженном состоянии, то есть не так вот его поднял, и он где стоит просто так. Загрузи его чуть-чуть, вот видишь, он взвесился. А вот второй человек атакует. Ему, чтобы атаковать меня, ему нужно либо зайти сюда, либо атаковать через партнера. Ты его просто-напросто потом уже укладываешь в любую сторону. А ты его принял и... А ты его взял, сразу же там, оторвал на клочки, на тряпочки. Бери его. Достать и порвать. Аккуратненько, никуда не торопись, да? А ты меня тянешь, тяни. Я, естественно, сопротивляюсь. Подожди, пока я начну давить, смотри. Я начинаю давить, видишь, что происходит? Вот и все. А ты меня вытягиваешь, у меня стопор идет чик назад. Входит возня, борьба. Здесь борьбы не должно быть. То есть ты завязался с одним, там мучаешься, второй подошел.
бубен дал, и до свидания. С ними двигайся. Они идут? Идут работать. Пошла работа. На меня. Вот она работа пошла. Вот он, вот он. Он сюда пойдет. Никуда не идет. Ему все равно тянуться, не тянуться придется через клиента. Да. Клиент обрел. Не бегите, там он был. Раз, сел, вот ноги, уже, а сейчас второй такой, убегает в этот момент. И оба здесь. Начинаем работу. То есть сейчас смотрите те же самые вещи, которые я вам показывал. Сходись. С рамочкой там. И без рамочки. То есть как здесь начинает работать уже это оружие на него. То есть против него, но на меня. Вот так сказать. Просто. Медленно. Да, средний момент такое положение. Посмотрите. Оп, положение. Вот самые первые эти моменты. Что я начинаю делать? Я опять вхожу в рамочку где-то. Положение. Оп. Фиксирую. Ну как, фиксирую все, выбиваю. Клин, среди, из где-то. Оп, положение. Начинаю. Оп, положение, смотри. Оп, смотри, куда он пошел. Руки-то заняты у него? Руки у него в этот момент заняты, смотри. За что ж ты боль? Как я с ним? Ты сам. Он тебе в одну, а ты... Высотно, лежи. Оп, положение. То есть движение, как оно идет. Начинай с палочки, смотри. Оп, оп. Такое ощущение, что сейчас он тебя кинет. А улетел там. Я работаю на то положение, которое мне дал. Смотрите, нога. Раз, раз. Я же меня отпустил. Так, побольше с тобой обрубил. Рубим, дай. О! Смотрите, тоже прилично. Сейчас взмахнись рука называется. То же самое попробуем. Сейчас я так махать. Тяжко не махать. Эй, махай. То есть с первого раза, может, и хрен его знает. Ну, ё-моё. Сюда его. Вот такое положение, если он на вас хорошо живет. Надо вот так брать, чтобы он больше ничего не сделал. Эй, положение. Смотрите, работа. Палка опять. Нож возьми. Нет, сейчас сначала положу. Так стою, так стою, так стою, так держу. Что я могу? Оп, ну и где она работает. Опа! Все, аркадик полный, сразу. Движение, смотри, насколько. Все же перекрывает. Да, в лес уходи, в лес. Корона, иди сюда, подожди. Сразу. Оп, выйдет. А руки-то вот они. Больно, наверное. Да глупости это все. Вещи, возьми нож. Дайте кинжал. Учебный, да? Какой это чем учебный? Чего не надо. Ну, да, да. Только что он поработал. Настоящий надо. Улети. Те же самые моменты. Смотрите, оп. Смотрите, вот. Все, выбивать не будем. Нет, давай тогда. Да я говорю, учебный. Учебный возьми. Где это там? Где Дима? Да вон он. Ну дай.
чтобы никого не зарезать? Конечно. Да таким тоже. Блок. Ну, этот глаз выключен. А как есть, как? Положение, смотри. О, вон он, смотри. Сразу идет. Опа. Смотри, куда я пошел. И контакт не разъединяем. Контакт держим так же. Смотри. Опа. Положение, сразу. Ап. Это меня обоссали. Опа! Смотри, положи мне вот. И вот он сразу. Нет. Иди ты чего? Это наш круг. Классический. Просто он правша. Что? Еще лично не вперед или? Ой, какая штука интересная. Ой, я принес. Ой-ой-ой. Это бумеранг у вас? Нет, те, кто так делал. Ой, мама. Положи. Вот сюда, он и сразу же комплекс. А клещи где? А клещи так клещи. Клещи вон, да. Положение. О, клещи ждут своего часа. Там вахта у нас. Давайте. Нет, перемещение. Нож, лопата, да? Смотрите, сразу. О! Сложно положить. И все. Здесь надо ножом. Фар. Все это смотрится, конечно, жестоко, но... Нафиг, здесь вы сами понимаете, что играть никто не будет. Оп! Рука. Ты отпускаешься, что? Потому что ты просто попал. Нормально. Светишься, как да, это, да, я тоже себя забыл. Смотрите, момент. Еще раз, здесь Борис, вот он. Я, видишь, наблюдаешь, где страдаешь. Вот, вот положение, раз, вот оно, положение пошло. Здесь вот, вот он, все. Вот, ну сюда, сюда. Меняйте предметы, я этого не прощу. Так вот ее можно. Только не торопись, а то... Зарежь его, как мужчина настоящий. Так, положение. Как дикий. Вот оно, положение. Смотри, не положение. Оба! Куда она пошла? Не вниз. И стык ты головы нету. Я лисмахин, идет к мастеру. Автомат возьми, автомат возьми. Сейчас он этот меч возьмет. Я такая вещь. Есть большая, есть маленькая. Рогатки. Смотрите, вот он вижу. Смотрите, начался. Что? Смотрите. Нет! Вот так. Глаза оттуда вытащил. Надеюсь. Без ножа. Ничего и так. Обрабатывай. Дежурный. На месте. Смотри, как он. Для печати. Для пакета. Оп. Смотри. Кстати. Вот так можно и держать. Не попался сразу. Смотри, положи. Сразу прижимаем. Вырываем и втыкаем. Газон и косичи. Не берите это только. Очень аккуратно. Только не торопись. Возьми нож или там лопатку. Да ладно. Он стоял спокойно, убирал травку. Откуда ты делал с него? И говорит, дай-ка я тебе дурак будет такого нападать. Не торопись, возьми что-нибудь, предмет какой-то. Дайте ученик. Ну возьми что-нибудь. Откуда чувак? Автоматом не говорит. Дай-ка я тебе застрелю-ка. Нож, палку. Палку. Мог бы дубину взять, между прочим. Автомат взял. Автомат, да. Вроде как что-то начинается. Смотрите. О, смотрите. Тихо. Сейчас я нас грабим. И дальше грабим спокойно. И дальше буду так вот поступать. Ну, все грабим, я сказал. И грабим. Зарезал. Надо было типа башки убрать. Реагируй на эти вещи. Почитайте, там ведь создал опору для рычага. Реагируй. Там ведь создал опору для рычага.
Попробуй себя сдать, ты такая дура. Она может. Ну я кадр. С автоматом. Алло. И злобный причем.